Но тяжелая игра, играли, можно сказать. Несмотря на турнирную таблицу, играли два равных соперника. Хозяева вышли сегодня на игру, настраивались, готовились и выложились полностью от этого. И такая тяжелая, ну, интересная игра, мне кажется, была. И, ну, серия буллитов, наверное, повезло больше нам. Там шайба не шла, вратари играли на высоком уровне, показывали свою игру. Как вам овертайм сегодня? Там на последней минуте, получается, у вас отличный момент был, чтобы все решить. Да, там убежал в 1-0, но не получилось переиграть вратаря. Не знаю, не могу даже ответить, как там можно было даже сыграть. Без шансов, мне кажется. Вратарь переиграл просто меня и все. Завтрашний матч уже начнется в 13:00 по местному времени. Лично для вас, насколько, может быть, это будет проблематично в плане физически настроиться, или это не имеет никакого особого значения? Да нет, не имеет никакого значения, наверное, во сколько матч. На любой матч надо выходить, готовиться. Неважно, во сколько хоть тебя ночью, мне кажется, будет, ты должен выйти и отыграть в полную, отдать все для победы. Мы не реализовали некоторые моменты, должны были выигрывать в основное время. Где-то брак в передачах, штанги, не повезло. Особенно штанги еще и были в серии буллитов, там тоже могли пораньше. Но все. Буллиты — это лотерея, как бы. Но удача оказалась на их стороне. Один из бросков в вашем исполнении получился очень интересным. Судьям даже потребовалось видеопросмотр брать. Шайба после вашего броска просто вылетела из сетки ворот. Ну, просто бросил, как на тренировке, увидел пустой угол, и все. И там уже сетка подвела. Thank you.